подписывайтесь на канале AsmodeePlay. Мы играем в Наруто. Давайте устроим небольшой замес. Так, это у нас теневые ниндзя. Вот. Прохождение лестницы. Будем проходить. А вот этим будем проходить. Сейчас мы. Это у нас Какаши. Ну? Какаши готов? Сейчас мы наваляем. Ага. Нас двое, он один. Это их двое, я один. Да сейчас. Мало еще. Да сейчас. Подожди, стой, стой. Смотрите, что я придумал. Тихо, 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 тихо. На. Блин. Потрачено зря. Да тихо ты. Чтобы, ага, меня еще там. Спокойно, тихо, тихо, тихо. Нет, нет, нет. Сейчас мы тебя отхреначим. Есть. Вот так вот. Надеюсь, один раунд должен был быть. Так. Я не понял, я же победил. Что за недоразумение? Только сейчас еще разок. На. Тихо. На. Да сейчас. Ой-ой-ой. Вы меня так... Подожди. Чтобы... Вот так. Куда ты? Получи. Чадори. Нахрена чё сейчас тебя? Вот так вот. Вынес. Ну правильно, против куда? Против Какаши-то вот. Сейчас-то уж должен был хотя бы что-то сделать. А, все три. Прошел. Вот так вот. Так, не-не-не-не. Сначала сюда. Получили. А вот теперь сюда. Кто здесь? Почему я против двух-то сразу всегда? Вы что за нахнагель-то устроили здесь? Ой. Вот сейчас нахрена, что я тебя. На. Получи. Чё? Здорово. Мазу-мазу-да.
Стой, не спеши. На. Вырубил. Старуха. Старая седая села срать среди сарая. Срака старая, сухая села серебром. Сказка на С. Ладно. Идем дальше. Куда нам? Сюда. Конечно, сюда, давай. О, хороший противник. Так, это у нас крыша, где убили третьего. Куда ты? Порвешься тоже мне. Да. Куда, гад, пошел ты? Да стой. Ух ты! Здорово! Даже скрытую технику не применяю. Эх вы! Шляпа. Два из трех-то сделано. Зайдем сюда. Ну, навряд ли, конечно, что я долго продержусь. Да не хотел. Блин, одного только что ли? Мне надо десяток хотя бы их вырубить. Ну, за... Ладно, еще разок попробуем. Да ладно, не расстраивайся. Только сразу-то ни хрена подолетело-то. Да тихо ты. Один и один. Опять. Почему сразу двое-то появляются? Там-то у меня вроде как по одному были. Так нечестно, ладно. Неблагодарные животные. Заходим. Двое. Жукообразные. Нас тоже двое, кстати. Да сейчас. Так. Тихо. На. Ну куда ты? Я же могу с дальних дистанций тебя доставать. На! Получил! Почти попал. Куда? Вот это вот хорошая способность у какаши. На дальней дистанции, на какой бы дистанции не было, гопа, и достал его человечка. Да. Ушел под землю. Это же здорово. Так, у нас еще вот здесь вот. Давай. Ха, Гай-сенсей. Сейчас мы его нахреначим. Мой соперник. Ты что книжку-то взял? Так. Блин, ты мне не дал произвести.
Самое главное. Эй, что ты там, ветер Канохи, лист Канохи, что ты хотел изобразить? Получил по шеям. Сейчас мы открыли какую-то область себе. Давайте. Мы прошли же, хотя бы что-то сделали, победили, и то ладно. Так. Ой-ой. А. Аре? Анкока. Так. Так. Ты что такая вредная баба-то? На. Блин. И Шаринган не помог. За каким хреном ты ее тогда копируешь-то? Сейчас. Разок. Не расстраивайся, я тебя поддерживаю. Давай, Какаши. Ты сможешь. Ну ты, кстати, на этой крыше Наруто Саски дрался. Так. Пойдешь понимать-то. На, на. Я на тебя все потратил. На. Есть, вынес тебя. Блин. Вот как с тобой бороться? Так. У нас вот сюда надо, налево. Там мы еще не дрались. А, подождите-ка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот. И кто же у нас здесь? Ага, Акацуки. Двое из организации. Сейчас мы их нахреначим. Готовы? Эй! Вообще-то это... Беги! Да! Я не знал, что я так умею. Подождите. Подожди. Да сейчас. Получил. Осталось-то немножко. А, надо, блин, надо было хотя бы, чтобы того вынесли, ну чтобы не Какаши. Так, ладно. Проиграл почему-то. Все так неплохо начиналось. Даже тысячелетие боли исполнил специально.
Ох ты! На! У них сила его, да? Подбросил-то. Ветер Канохи! Сухой лист! Сейчас! Вонен тебе, козлина! Акулий, какулий! На. Еще. Гай сенсей, вам тоже не на веник насрать. Может, может, мужик в зеленом трико. Ого. Целых две даже выполнили. Да? Да. Так, наверху что у нас? Так, собакины какие-то получены. Шеринган. Поехали. Вау, Наруто! А, сразу двое даже. Давай. Да я не вижу тебя. Давай, надо хотя бы потихонечку, по одному. Нифига не получилось. Тихо, спокойно. Только не убивай. Справились. Блин, он еще от суперки ушел у меня. Так бы я бы ему налюлял тут. Налюлял. Люлей бы накидал бы ему там. Было бы эпично бы, да, смотреть со стороны тоже. Так. А, надо 18, а у меня 17. Не могу пройти. Ладно. Ой-ой-ой-ой. В режиме отшельника там на мосту, да? Ну давай. Да как так-то? На. Ни хрена ты меня забодал. На раз, два. В режиме отшельника, значит, да? Еще мне с тобой делать-то? Да не расстраивайся. В бой. Вот в эту игру, кстати, очень... Да как так-то ты блокируешь ее? На! Нифига, да? Давай. Не получается, да, пока? А я тебя и не подпущу к себе. Он будет на дальней дистанции. Так.
На. Есть. В рог получил. Блин, ну так-то тоже, да, сложновато, согласитесь. Ну чё, крутой какаши. Да еще, конечно, еще как крут. Ну. 17, 18, 19. Я даже открыл ее, да. Ну-ка, пойдем. Неизвестно кто. Какаши против какаши. Давайте, на пеньке великого древа. На. Блин, ни хрена ты меня забодал-то. Да как так-то? Эй! Чё, я заблокировал? Ага. Убегай! Убегай! Да, в полете-то он меня нехило ловил. Скотина. Нет, 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 нет. Давай еще разок попробуем. А ты как хотел? Самого себя побить, это очень трудно. Да сейчас. Да ты развернись. Так. Не получилось, да? Тихо, 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 тихо. Получилось! Блин, так-то он ничего, только в атаку идет. Атака, атака! Атака, мазафака! Ну еще чего-то, две миссии каких-то просто выполнил. Ну вот, видишь, довольны же. Ну и опять вот эти... Почему-то их много против меня. Блин, 9, ну 9 хотя бы. Одного не хватило до десяточки-то. Ладно. Не расстраивайся. Сейчас мы. Ага. Акули и какули за меня. Или против меня. На. Тихо, 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 тихо. Эй, а вы что, вдвоем меня гасите, что ли? Ну-ка. Против меня. Ни хрена себе. Блин. Но я хотел его вынести уже. Я думал, ни хрена трое против меня, ладно. Серьезная заявка.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как вам не стыдно, как вам не стыдно, одного меня. Подожди, как так-то? Опупеть. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это вообще честно? Трое на одного меня. Да что ты еще расстроился? Я вот нисколько не расстроился. После того, как узнал, что они трое против меня, думал, хотя бы двое на двое. Смотри. На. А, вот, все. Врубился, как их гасить, как переключаться с одного на другого тут. Так. Блин, техника подмены бы хотя бы какая-нибудь была бы. Блин, что-то меня быстро так вынесли. Как с вами бороться? Я с этими культяпками что-то замахал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А чё, вы все, что ли, будете суперками против меня пользоваться? Вообще не так, не в ту сторону, какаша, ну ты чё, твою что-то дивизию? Блин... Кстати, огненный шар можно было использовать. Может, хотя бы он помог. Да тихо вы! Тихо, на, давай, давай! Нет, он меня так зажмет. Охренеть. Ну ни хрена не получилось. Кому-то вообще даже люлей не досталось. Что за нахнаги? И ведь не поменять персонажа-то. Да и смысл менять. Может, из-за того, что он сильный, такая штука образовалась.
Ну-ка. Да развернись. Давай. Да как так со спины-то нападать? Блин, на тебе ускол скалы. Кто-то замбубахал. Вот этот с серпом бессмертный. Кто посмел? Не, ну мне кажется, это, блин, это вообще надо быть супер додротом какие-нибудь. Чтоб... Так. Тихо. Вот, кто-то забубенил мне. На. Ни хрена, даже акула не помогла. Даже акула не помогла. Как? Вот как с вами быть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да тихо ты. Ну-ка. Ну-ка. Не надо было к нему подходить, вот тот, мне кажется, тоже... Так. Вот акули, мне кажется, ты самый безобидный, поэтому люлей больше всех получаешь. Ну даже по мультику вроде оно так и было. Так, ничего сделать-то не успел. Вау, нифига, он меня поймал на вилы. Ну вот, в принципе, и все. Как Ацуки. Суки. Как с вами бороться? Ладно, пробую последний раз, если нет. Так... А то что-то... Да тихо ты. Что-то перебили меня как-то в полете даже. Ладно, давайте поменяем перса. Что-то чувствую, я не вывожу в этой битве. Кого бы. Ну вот, неплохо было бы. Так, мы в прошлый раз. А давайте-ка вот этого возьмем. Как вот эти герои открываются, я, честно сказать, не знаю. Не-не-не-не-не. У нас тут много кто. Вот этот.
Так, Саски мы не будем брать. Давайте возьмем вот этого. Песочный человечек. Ой, тут вообще по-другому, да, поставилась дорожка-то? Что, какой-то мощный, что ли, герой-то у нас? Бабуля! На! Вау, вау, вау! Подожди! Да подожди ты! Я ни хрена не могу сделать. Вы что, издеваетесь что ли так? Ты что за бабка такая? Что моими же родителями прикрываешься, скотина? Вот вам и бабуля. Боже, одуванчик. Ну-ка давай-ка. На. Получилось. Вау, 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 вау. Тихо, бабка, бабка, бабка. Поймал. Валим бабулю. Погребение. Нормально. Это он еще Чинчурик или уже нет? Неизвестно. Че? Ну бабка по щам получила. Ничего себе, бабуля. Это у меня этих надписей-то до хрена я больше. А, пройти не могу там. 6 свитков надо. 2 на 2 или 3 против 1, как всегда. Ну-ка. Двое на 2 вроде пока. Да тихо ты. Получил по щам. Да. Да. Получи. По щам. Все, сопли на вылет. Вот такие мы крутые ребятки, да. Эх, оголделое пацанье. Да, да, только мы ни хрена по свиткам не получили. На. На. Не получилось. Нет, 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 нет. Получила.
Нет, чинчурики тоже как-то вот этот не пойдет. Мне нужен соперник. Где взять соперника? На. Попался. Как тебе такое? На, по соплям. Пау! Да тихо. Я же с тобой бережно еще обхожусь. Ага. О, давай. Подходите ближе. Ну, я урок вам преподам. Подлецов насквозь я вижу. Давай. Не ожидал. Не ожидали. На, я погребу тебя. Опа! Ну, победа-то все равно за мной. Ни хрена! А, надо было успеть их завалить. Блин, а я почему-то даже забыл, что я по лестнике поднимаюсь. Думал, просто битва. Уже... Итак, мне нужен срочно соперник. Давай. Блин. Да блин. Бей. Попала. Ну, неплохо. Да как так-то? Мимо, да? Блин. Успел. По времени я уложился. Главный персонаж мой выжил. Да. Девочка с веером. А девочка с веером шагает босиком по паркам и по скверам. Мотпорхает мотыльком. Так, это у нас открылось. Что? Кому-то не нравятся мои вокальные данные? Да, они очень хорошие. Ой. Мы не на ту зашли. Не на ту, бабка, прости.
Да. Давай. Всякое бывает, бабуля. Ничего личного. Как говорится, инцест — это дело семейное. На. Все. Последние зубы и выпердел. Вот так. Внучок. Так, вот сюда нам надо. Так, а мы что-то получили просто. Ни больше, ни меньше. Так, у нас вот здесь вот что? Тоже что-то получить можно. Так. Ну давайте попробуем с этими ниндзями сразиться. И начнем бой. Что, все, бой закончен. Не успев начаться. Ладно. Сейчас еще разок попробуем. Попробуем? Попробуем. Сейчас еще раз. Не по это. Мало убьем, то и не пойдем сюда больше. Так. Блин. Ну ладно, хоть четверых прибили. Один на один удары. Обмен. Все-таки я оказался немножко круче, чем они. На целых три бойца. Не расстраивайся ты так. Давай. Против Наруто. Чинчурики против чинчурики. А тихо ты. На. Как тебе такое? Ну ты же знаешь, что ты не подойдешь ко мне. По крайней мере, вот так вот просто. На раз-два. Ну вот, Мадара, или кто, как тебя зовут-то, блин, я забыл даже, как тебя зовут. И не важно. Вау, против бомбы. Человек-бомба. Ладно. Ой, мне твой трёп. На. Да, блин, ты мне в 100 раз не даешь ничего сделать. Как так можно-то? Имей уважение. Так. Где мне достать противника? Противника. Ладно. Обсудим этот вопрос потом. С одним моим другом, может, он станет моим противником. Так, трое против одного, наверное, опять. Не, смотрите-ка, пока двое на двое вроде. Попался.
Я думал, это будет как-то со стороны выглядеть. Давай. Ай-яй-яй. На. Пинком под жопу его. Неплохо, да? Так, а ты кто? Ты же из листа этот. Из корней или кого там? Ну вот. Для каждого, кстати, заметьте, разные дороги идут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой, часто нам накатают тут люлей. Да блин, мне можно и не подходить, да? Стой. На любом листане. Ну-ка, ты что можешь? Эй! На! Вау! А вы думали, не могу? Могу вот. Вот так вот. Мне даже не обязательно к тебе подходить. Вау! Ну почти, почти. А чё, как вы меня завалили-то? Как вы меня смогли завалить? Что-то я не понял. Ладно, ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, увидимся в следующем видео. Пока.